Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы про акне у кошек. Как и у людей, у кошек может появиться акне – заболевание кожи, связанное с неправильной работой сальных желез. Эта дерматологическая проблема доставляет немало дискомфорта не только самому питомцу, но и хозяину мяукающего. Почему появляется акне у кошек и как избавить своего питомца от угревой сыпи? Давайте разбираться. Итак, представляем вам ответы на самые популярные вопросы про акне у кошек. Чаще всего акне у кошек появляется на подбородке или около рта. В некоторых случаях угревая сыпь может быть на животе, в подмышечных впадинах или возле ушей питомца. У бесшерстных пород высыпания часто наблюдаются в области хвоста. По мнению специалистов, наиболее подвержены акне сфинксы. Их редкая шерсть или ее полное отсутствие способствует закупорке протоков сальных желез. Также сильную склонность к угрям имеют кошки белого окраса. Главная причина появления акне у кошек – это наследственные или приобретенные проблемы с кожей. Подкожный клещ, вирусные инфекции, дерматит – все это может спровоцировать появление угрей. Кроме этого, высыпания могут быть вызваны отсутствием гигиенического ухода, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, стрессом или снижением иммунитета питомца. Лечение акне у кошек должно проходить под контролем ветеринара. Он определит причину появления высыпаний и пропишет подходящий метод терапии. До обращения в ветеринарную клинику можно обработать пораженный участок кожи обеззараживающим средством. Чтобы предотвратить появление акне у кошки, следует помнить о правилах гигиены при уходе за питомцем. Следите за шерстью мяукающего друга. После кормления обрабатывайте его морду влажной салфеткой. Регулярно протирайте домик и игрушки кошки. Также важно следить за тем, чтобы питание животного было сбалансированным и кошка имела постоянный доступ к чистой воде. Теперь вы знаете ответы на самые популярные вопросы про акне у кошек. Ухаживайте за своим мяукающим любимцем и внимательно следите за его самочувствием. Так вы сможете избежать большинства дерматологических проблем у кошки. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!